Кандидаты в депутаты Белгородской областной думы 7-го созыва уже начали встречи со своими избирателями. Роман Великанский, кандидат от партии «Единая Россия», накануне общался с жителями села Ездочного. Им предстоит выбирать кандидатов от партии по 9-й региональной группе, куда кроме Чернянского района входят еще Новооскольский и Староскольский округа. Принцип региональных групп списка партии следующий. В Думу пройдет тот кандидат, который наберет на своей территории максимальное количество голосов не в процентах, а в абсолютных цифрах. Главное – услышать, что волнует людей, считает кандидат от партии «Единая Россия» Роман Великанский. Будучи директором по персоналу Столинского ГОКа, свой опыт работы он готов приложить к решению тех вопросов, с которыми люди пришли на встречу. Людей интересует в первую очередь там, благоустройство территории, возможность доступностью занятия спортом, активным образом жизни. Вопрос, который касается образования. Да, это и школьное, это и профессиональное. С точки зрения взаимодействия с учреждениями, с промышленными предприятиями. Я представляю Столинский ГОК, у нас огромный опыт, как раз эффективный, качественный. Да. Работа на результат с точки зрения вот этой вот связки между образовательными учреждениями, системой профобразования высшего и непосредственно нашим предприятием. А тем, кто не успел задать свой вопрос, Роман Великанский посоветовал обратиться в общественную приемную партию «Единая Россия». Там можно оставить наказ партии. А график проведения следующих подобных встреч можно узнать в местной администрации.